значит, вы здесь не встали? Ничего себе. Что? Москва поехала. Смотрим, где это регион. Завтра все дома могут сегодня. Пусть завтра. Нет, завтра все дома могут сегодня. Да. Готовка, да, то помывка. Готовка, помывка, дежурство. Ну, вот два дня это провалялось, но это было неинтересно, поскольку хреново самочувствие, так сказать, это. Никакого отдыха нет. Блин, мобильный. Ой, блин, 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 блин. Ой! Блин. Опа-на! Все, вот так вот. Опа, и человек тут. И машина, и куда он тут? Он летел? Он летел на красную же яму. Блин, народ не ни одного даже двух. Что, он с коляской что ли еще? Наши совершенно правы. Роснефть, Афганистан, героин для России, Украины, газ. У США все настолько уже явно известная поговорка теперь будет выглядеть так. У вас есть что-нибудь в метрах, тогда мы летим к вам. Ну, это хорошая фраза. Добыча сланца экологически опасна. Нужно болеть 100 раз больше скважин, чем при добыче метана. Да. Но крайне может случиться еще одно заблуждение. Но в то же самое куда время, она ехала, как вы знаете, в Америке эта тема идет, и идет хорошо. То есть очень активно. А если на Украине будет еще одна зона отчуждения, какая разница американцам? Ну, будет зона отчуждения. Но их компания, маленькая, и компания Патенка, блядь, не напрямую связана с ними, напрямую через семейные отношения, будет уже выбор, ну и нахуй же не из России. Дурная она, видишь? На Европу. 232-1559, это наш телефон прямого эфира, код Москвы 495 и смс-портал.